после смены в оперетту. День рождения Новолипецкого комбината уже не в первый раз отмечают в областном центре культуры. На сцене «Мистер Икс» в исполнении артистов оперетты из Беларуси. Приглашать коллективы из этой страны уже стало традицией. Это уже четвертый концерт, который мы предлагаем посмотреть нашим сотрудникам безвозмездно, естественно, за счет средств предприятия. И я знаю, насколько мне известно, отзывы самые положительные. Пустых мест в зале не бывает. Билеты в заводских цехах расходятся на ура. Считается, что вручают их только лучшим работникам. У нас худшие люди не работают, поэтому отдали в цехи. Конечно, просили, чтобы отдали тем людям, которые пожелают посмотреть. Бесплатный концерт – подарок для тех, кто много проработал на предприятии. На него приходят семьями. Как, например, супруги Ныркова. Их новолипецкий стаж начался с 79 года. Или Галина и Александр Гуськовы. Оба новолипчане, они на комбинате и познакомились. Очень интересно. Но мне нравится. И, может, эти раз на белорусах, мне очень нравится, без ума. Тем же, кто за свой труд не раз был награжден, подарили возможность пообщаться за чашкой чая. В Совете ветеранов НЛМК даже столы накрыли по производственному принципу. Отдельно для сталеплавильщиков, отдельно для доменщиков и прокатчиков. Комбинат сыграл ведь большую роль в судьбе любого человека, который работал на этом комбинате. И мы всегда рады встретиться, поговорить. Сейчас в ветеранской организации НЛМК более 14 тысяч человек. Есть среди них и два полных кавалера Ордена Трудовой Славы. И славу эту на предприятии стараются поддерживать. Так, только сегодня во втором доменном цехе НЛМК выпустили 100-миллионную тонну чугуна. Вероника Баскакова, Вадим Гапанчук, ТВК-новости.